Отже, настав той самий момент істини, коли ми визначимо, хто саме із дівчат, які надіслали цього тижня свої фотографії на проект «Ранкова красуня», стане красуною тижня. І, як ми обіцяли, робимо це за допомогою генератора випадкових чисел. І так, все знаходиться во власті електроніки. Скажу вам так от, в двох словах, очень коротко. І так, у нас в наш альбом добавилось 12 учасниць, і зараз при помощі вибору случайного числа, при помощі генерації ми определим, хто же це. І так, ще раз в двох словах, чому 2 і 13? Потому что первая фотография – это фотография альбома, а со второй по 13 – это нумерация фотографий. Сейчас в прямом эфире определим, кто же стал победителем. Итак, просим нашего ассистента, жмите. Номер 12. Вот номер 12 под таким числом разместилась фотография в альбоме. Сейчас даже определим, узнаем, как же выглядит эта девушка, узнаем, как ее зовут и объявим об этом в прямом эфире. Но и одразу, користуючись нагодой, можем запросить ее. Итак, мне подсказывает и Ирина зовут, фамилия Щеголь. Ирина является победителем, ей 22 года, поселок городского типа Пушугум. Вот так вот зовут и так выглядит наша победительница, вы можете видеть ее на экране. Ну и пользуясь случаем, Ирина, приглашаем вас в гости на наш утренний эфир. Буквально в понедельник, если у вас нет 7 до 9 утра никаких дел, предлагаю встретиться здесь у нас в студии. Ну вот так вот мы и определили победительницу этой недели, поэтому приходите к нам, добавляйтесь в наш альбом в ВК, «Ранкова красуня» называется конкурс, и возможно вы как раз и появитесь в нашому утренньому ефірі. Ну, а я пропоную і нашій переможниці, нашій ранковій красуні цього тижня і всім іншим нашим глядачам не перемикатися, лишатися далі разом із нами і разом дізнатися, куди варто відправлятися вже найближчими вихідними. Рубрика «Афіша» далі в нашій програмі.